все-таки сегодня апельсин. Что у тебя так вкусно пахнет? Новые духи? Да нет, я выбираю аромат для ароматизации нашего пространства. Я решила, сегодня будет апельсин, потому что он отлично бодрит и, главное, поднимает настроение. Поддерживаю твой выбор. Тогда поехали. Поехали! Сегодня в студии для вас в прямом эфире теледоктора работает врач-отоларинголог Владимир Зайцев и психолог Елена Толстая. Сегодня в выпуске. Отоларинголог Юлия Голанова о том, как укрепить иммунитет, не выходя из квартиры. Главный внештатный специалист ФМБА России по инфекционным болезням Владимир Никифоров о многоликом вирусе герпеса. Елена Толстая готовит апельсиновые леденцы без сахара. Офтальмохирург Татьяна Шилова о первых симптомах диабета глаза. Здравствуйте. 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 Татьяна Юрьевна, сегодня говорим о диабетической ринопатии. Ретинопатии. Да, или о диабете глаза. Случился сахарный диабет, и все-таки диабетическая ретинопатия может быть. Как скоро она начнется? Диабетическая ретинопатия – это все-таки то явление, которое появляется с определенным стажем диабета. И надо сказать, что различные типы диабета, ровно как и то, как ведет себя диабет, влияют на картину глазного дна и влияют на сроки и тяжесть проявления диабетической ретинопатии. Поэтому вначале изменения происходят только в сосудах глазного дна, и мы первую стадию изменения называем ангиопатией, то есть сосуды изменены, но сетчатка еще не страдает. А вот дальше уже первые признаки ретинопатии. И ретинопатия, которая, в общем-то, еще не сильно снижает зрение, называется непролиферативной. То есть тогда, когда в толще сетчатки происходят изменения, мы о них поговорим, это кровоизлияние, различные отложения клеточных элементов и так далее. Но вот в последующем, если диабет плохо себя ведет, не компенсированы сахара, особенно опасны снижение сахара, не только высокие цифры, а надо помнить, что на низких сахарах как раз и происходит кровоизлияние, тогда все это происходит в полости глазного яблока и присоединяется так называемая предпролиферативная и пролиферативная стадия, когда изменяется уже структура стекловидного тела, растут новообразованные сосуды. В общем, человек может очень быстро, фактически стремительно потерять зрение. Вот я сразу себе представила все-таки картину. Человек, например, 10 лет живет с диагнозом неустановленного сахарного диабета, и у него появляются некоторые симптомы, которые вроде теоретически его должны привести к офтальмологу. Что это за симптомы? Вы сейчас сказали о резком снижении зрения, но все равно что должно насторожить человека? Что может ему все-таки подсказать, что, возможно, речь идет о диабете, и на это надо обратить пристальное внимание? Есть ряд симптомов, о которых мы можем говорить. Изменение цвета радужки – это в конечных стадиях. Но, тем не менее, когда сосуды прорастают нашу радужную оболочку, она начинает приобретать бурый цвет, нехороший, называется это рубеоз радужки. Катаракта. Вот мы видим типичную диабетическую катаракту, такую заднекапсулярную. И я обязательно хотела сказать, что доктор грамотный, врач, офтальмолог, не только хирург, хирург, конечно, само собой, всегда, увидев эту катаракту, пошлет пациента на диагностику диабета. Даже если пациент говорит, нет, диабета у меня нет, я говорю, точно есть. И как хирург во время операции, я всегда могу сказать, что, вы знаете, обязательно идите к эндокринологу, у вас диабетическая катаракта. Вот особенности строения радужки. Прям яркий, и хрусталика, для того, кто делает очень много, чувствует прямо вот на кончике, как говорится, иглы. Вот, черные мошки, потому что первично даже небольшие клеточные элементы, появляющиеся в стекловидном теле, выглядят как плавающие черные точки. Они могут быть совсем мелкие. Похожи на симптомы при отслойке, но не совсем такие. Это все-таки больше хлопья. Искажение тогда, когда чаще всего при втором типе диабета, они когда должны вовлекается, постоянно присутствовать. Искажение постоянно по нарастающей. Черные точки могут быть периодически. И, конечно, мы видим нечеткое зрение, смена оптической силы, четкое зрение в сумерках. Почему речь идет четкое время? Четкость? А понимаете, когда катаракта занимает оптический центр, так, вот как на этой картинке, то в светлом, при ярком освещении зрачок сужается, и у нас человек видит через вот эту мутную часть хрусталика. Ему плохо видно. А в сумерке или при среднем освещении зрачок раскрывается, и света попадает больше на сетчатку. И человек говорит, что смотри-ка, я стал вроде и неплохо вижу в сумерке. То есть оборотная вот такая сторона. Ситуация. Да. И частая смена очков, конечно, это тоже очень характерный признак. А знаете, вопрос сразу какой возникает? Все ли симптомы
присутствуют у человека с сахарным диабетом? Либо, может быть, два симптома, три симптома. Вот как конкретно вы определяете? Может быть, несколько, но надо сказать, в зависимости от локализации изменений. К сожалению, очень часто бывает, что глазное дно выглядит чудовищно, но центр не задействован, и острота зрения у человека может быть неплохая. Ну, как мы любим говорить, там 80-90%. И если этот человек пожилой или малоактивный, то ему достаточно этого зрения, и он может, в общем-то, не особо предъявлять жалобы. Мы вот смотрим, все плохо, мы настаиваем на лечении, мы говорим о том, что нужна активная тактика, а пациент боится, с одной стороны, потерять то, что есть, и этим... ну, замедляет, как говорится, процесс оказания медицинской помощи, и в дальнейшем мы можем не сохранить то, что есть. Диабет глаза – очень тяжелая болезнь, и очень хорошо, что мы сегодня о нем говорим, потому что каждый, имеющий сахарный диабет, или, как у нас любят говорить, а-ля преддиабет, да, когда уже человек принимает там препараты, но при этом говорит, нет, диабета у меня нет, я просто принимаю там диабетон, допустим. Ну, потому что вот нет настороженности такой. Вот, поэтому диабет глаза – серьезная Татьяна вещь. Татьяна Юрьевна, но вот все-таки, что именно врач видит на приеме, что ему позволяет поставить диагноз диабетическая ретинопатия? У нас при осмотре глазного дна это обязательно делается, конечно, с расширенным зрачком. Мы можем видеть вот эта картина цветущего так называемого диабета. То есть мы видим изменения и в центральной зоне, и на периферии. Мы видим множество кровоизлияний, мелких, крупных, ретинальных. Вот то большое такое неправильной формы, это преретинальное кровоизлияние. Оно находится у диска зрительного нерва. Диск зрительного нерва это вот желтенький, как солнышко. Да-да. Вот у диска чаще всего растут вот эти новообразованные сосуды, нехорошие, ну, такие пучком. Да, и это вот эта картина уже пролиферативного диабета с гемофтальмом. Гемофтальм – это кровь в стекловидном теле. Вот частично она есть. Плюс есть еще влажные, ну, здесь влажных меньше эксудатов, но есть вот такие, видите, светло-желтые крапчатые точки. Это отложение депозитов, продуктов распада и так далее. То есть глазное дно очень пестрое, страшное. И да, вот выглядит, вот... как раз хотела сказать, выглядит красиво, но пугающе. Мы работаем в прямом эфире. Спасибо, что вы присылаете свои вопросы. Нам действительно важно отвечать на те вопросы, которые интересуют наших телезрителей. Александр спрашивает, возможно ли полностью излечить диабетическую ретинопатию? Но ретинопатия – это все-таки повреждение ткани сетчатки, поэтому излечить невозможно. Все зависит, конечно, от того, ну, в каком объеме повреждена сетчатка и что затронуто – центр или периферия. У нас сейчас огромное количество способов воздействия на сетчатку глаза, чтобы сохранить, ну, и центр, и диск. Поэтому все зависит от того, на какой стадии вы обратились и к кому вы обратились. А на какой стадии тогда можно полностью Ну, на непролиферативной стадии. Мы можем говорить, что это нельзя сказать, что излечение будет. Это будет стойкая ремиссия и сохранение высоких зрительных функций. А что там на сетчатке? Человеку не важно, шашечки ли ездить, ему важно видеть. Поэтому мы можем в настоящее время приложить все усилия и сохранить вот эти высокие зрительные функции. Тогда вообще возникает вопрос, как подбирается терапия. Вообще при обнаружении, да, вот этого заболевания, что первично? Все-таки, например, обращение к эндокринологу, либо вы можете изначально решить эту проблему, либо врачи работают в паре. Как происходит? Ну, если мы обнаруживаем изменения, характерные для диабета, мы, безусловно, посылаем пациента к эндокринологу. Это первично, потому что режим, кратность и подбор препаратов – это делает не офтальмолог. Офтальмолог лечит последствия диабета. Но мы же понимаем, что диабет – это не только диабет глаза, это часть проблемы в организме в целом. Поэтому, конечно, то, что мы видим на глазном дне, мы людей пугаем. Мы говорим, то, что у вас на глазном дне, у вас то же самое в почках, в сердце, в головном мозге. Поэтому, в общем-то, диабет старит организм в целом. И это глаз чудесно устроен таким образом, что мы видим вживую состояние сосудов в организме. Поэтому, конечно, мы направляем к эндокринологу. А в дальнейшем, безусловно, по тому, как выглядит глазное дно, и по регрессу, то есть ну, частичному рассасыванию, допустим, кровоизлияния, по тому, как выглядит глазное дно, мы можем сказать, компенсирован диабет или нет. И для этого нам, в общем-то... помочь, да? Да, мы говорим пациенту, нет, у вас не компенсирован диабет. Он говорит, ну, мой эндокринолог говорит, что все хорошо. Тогда я говорю, меняйте эндокринолога. Нет, у вас нехорошо. Покажитесь еще кому-то, получите большую консультацию, потому что не компенсирован. Продолжает поступать вопросы, мы уже работаем в прямом эфире. А Мария спрашивает, есть какая-нибудь профилактика развития этого заболевания? На сегодняшний день есть профилактика. Если мы знаем, что есть
есть, ну, во-первых, это компенсация сахарова, то, о чем я сказала. Ну, компенсация артериального давления, контроль уровня липидов и так далее. То есть общесоматическое, да, вот такое, такое лечение. Но если мы говорим о профилактике диабетической ретинопатии, то на сегодняшний день введение препаратов в полость стекловидного тела даже при несостоявшейся еще ретинопатии и при риске, при угрозе ее появления, уже профилактирует появление этих симптомов. А введение в препаратах, это вы как раз имеете в виду вот эту спасительную терапию в виде инъекции? Я слышала неоднократно об этой терапии, но сложно себе представить вообще, как это выглядит, замедляет ли это развитие болезни, либо эти инъекции в глаз, ну, вообще как для обычного человека страшновато звучит, могут остановить заболевание? Да, я должна сказать, что вот эти инъекции в глаз, они действительно и спасительные, и, в общем-то, то, что появилось у нас в арсенале офтальмохирурга, сейчас позволяет сохранить зрение. Вот мы видим это в мультфильме, в большом увеличении, то есть препарат в однократной дозе, это специальные офтальмологические препараты, их на сегодняшний день несколько, вводятся в полость стекловидного тела. И эти препараты позволяют уменьшить отек, уменьшить кровоизлияние и так далее. Здесь мы показываем повторную инъекцию, потому что, к сожалению, одной инъекции, как правило, мало. И это серия исследований. Нет, недостаточно. Вообще производитель говорит о 3 или 5 инъекциях, да, в зависимости от препарата. С каким интервалом? По-разному. Обычно 4 недели. Но сейчас, конечно, стараются создать такие формы лекарственные, когда мы вводим реже, и препарат действует дольше. И, в общем-то, каждый доктор, который умеет вести ретинопатию диабетическую, да, он подбирает эти инъекции согласно клиническим рекомендациям. Безусловно, все препараты сертифицированы. А какие методы, вот помимо инъекционного лечения, все-таки на сегодняшний день, на ваш взгляд, эффективно работают? Либо, например, сочетание инъекционного лечения с другими методами? Вот хочется какую-то вот эту вот идеальную золотую модель услышать. Действительно, вот идеальной не существует, но я должна сказать, что по инъекциям сейчас международное наше сообщество пришло к выводу, что мы можем препараты, ну вот раньше было мнение такое, что мы вводим один препарат, и этот же один препарат мы должны вот ввести несколько раз. Так. Нельзя чередовать. Угу. Сейчас можно чередовать. То есть, если вам ввели препарат, там, допустим, А, то препарат группы Б можно через 4 недели тоже ввести, если первый был не очень эффективен. Не обязательно вот насыщающую дозу первым. И препараты – это первая линейка, потому что выглядит это страшно, но это совсем не страшно. Поверьте мне, это 2 минуты. У меня пациенты говорят, все. Насколько вот больно это? Или вообще не больно? Ну, зависит, конечно, от врача. Угу. Честное слово. Некоторые говорят, мне было очень больно, мне кололи, было больно. У меня не больно. У других не знаю. Но надеюсь, что тоже не больно, потому что есть все средства в арсенале врача, чтобы не было больно. Вторая линейка, скажем, методов лечения – это лазерное воздействие на сетчатку. Угу. Оно очень активно используется. С него начинали, условно, там, с появлением лазеров 20-30 лет назад, да, начинали с лазерного лечения. И когда уже появились препараты-ингибиторы, мы говорим, это группа ингибиторов роста, тогда можно чередовать одну методику. Вот мы для наглядности подготовили изображение для наших телезрителей, чтобы было понятно, как выглядит глазной зной диабетом до лечения лазером и после. Прокомментируйте, пожалуйста, вы знаете, картина вот действительно изменилась. До лечения мы видим с левой стороны картинку, а с правой стороны мы видим после лечения. И вот непросвещенному глазу и глазу доктора поликлинического может показаться, смотрите, как много белых точечек по глазному дну. Обожгли сетчатку, доктор сделал плохо, сделал ожоги. Но на самом деле, вот нанося коагуляты, это называется коагуляты лазерные, по всему глазному дну, это называется панретинальная лазер-коагуляция, эта ситуация позволяет вызвать так называемую дозированную ишемию, то есть снижение кровотока и снижение риска появления вот этих кровоизлияний, которые у нас есть слева. И таким образом мы сохраняем центральную зону сетчатки. И человек, да, видит чуть-чуть поуже, но зато сохраняется центр, у него есть возможность читать, допустим, у него есть возможность пользоваться глазом. Поэтому бояться лазера не нужно, но, опять же, делать это нужно, ну, скорее, у опытных врачей, которые имеют стаж работы с диабетом, потому что
здесь важно не навредить, важно это поставить, да, ровно столько, сколько нужно. И появились сейчас лазеры, ну вот в арсенале нашей клиники, допустим, этот лазер есть, в Москве, мне кажется, что может быть еще в одной клинике он есть, других нет. Так. Навигационные лазеры, когда пациенту настолько удобно делает лазер-коагуляцию, то есть прибор программируется в цифровом виде, на экране закрываются те зоны, которые опасны, ну, центр, да-да, сетчатки и зрительный нерв, и лазер просто паттернами, вот множественными ожогами делает очень-очень нежно. То есть таким образом снижается энергетическая нагрузка, и то, что раньше длилось 40 минут, час, вот человек сидел, у него линза, да, стояла внутри глаза, это было сеансами, сейчас быстро, не больно и очень красиво пациент сам видит, что произошло на экране. В общем, цифровизация и вот такой, здорово, элемент искусственного интеллекта при лечении диабета мы сейчас используем. Татьяна Юрьевна, но все же, бывают ли ситуации, когда не помогает ни лазерная коррекция, ни инъекционная? Что делать тогда пациенту? Да, к сожалению, бывает, и довольно часто, потому что диабет коварен, и может такое быть, что мы посмотрели месяц назад, все было хорошо, а через месяц, особенно у молодых с первым типом, некомпенсированным, ну, прямо сразу вырастают вот эти новообразованные сосуды. Пролиферативный диабет – это показание к хирургии диабетической ретинопатии. И хирургия заключается в том, что мы заходим с помощью специальных тонких инструментов внутрь полости глаза, подсвечиваем себе рабочее пространство, то есть фактически как в бутылке собрать вот кораблик, то же самое делает Хотела хирург. Бы попросить сейчас, да, вывести на экран, уже появилось это видео. Да, вот как, приблизительно как... вот так работает хирург, но надо сказать, что у нас есть еще третий порт, куда вода подается, да, специально сбалансированный раствор. Что таким происходит образом, на экране? Да, вот такой как гильотинный инструмент, тонкий вот наконечник, но сейчас это у нас свет показан, вот мы подсвечиваем, иначе не видно ничего, в темноте будет. И вот этим тонким наконечником мы съедаем всю пролиферативную рубцовую зону и обрабатываем лазером уже внутри, операционной, внутри глаза. Доктор обрабатывает вот эти зоны, которые требуют лазер-коагуляции. Операция длится иногда и 2 часа, и 1,5-2 часа. То есть это длинная, кропотливая, но я люблю эти операции. Вот есть хирурги, которые не любят, я диабет люблю. Ну, есть вот определенные, конечно, типы операций, потому что люди очень благодарны. При пролиферативном диабете еще бывает отслойка сетчатки, и ты все раскладываешь, и появляется зрение. Пациент сразу чувствует эффект? Да, сразу чувствует, однако мы внутрь глаза вводим, как правило, при диабете какую-то среду. Редко уходим на воде. В лучшем случае это будет воздух или газовоздушная смесь, чтобы кратковременно прижать эти сосуды хоть чем-нибудь. Если диабет тяжелый, если есть отслойка сетчатки, тогда приходится заканчивать силиконовым маслом. Это силиконовое масло какое-то время находится внутри глаза. Когда диабет стабилизируется, когда нет риска кровоизлияния повторных, мы делаем второй этап операции, мы удаляем это силиконовое масло. Но опять же ставя 3 порта, опять заглядывая внутрь глаза, делая лазер, если это нужно и так далее. Если пациент пожилого возраста, и у него уже есть офтальмологическое заболевание, глаукома или катаракта, вот в таких случаях возможно подобрать печень? Ну, конечно. Катаракта, во-первых, нет противопоказаний для хирургии катаракты при диабете. Когда-то раньше, действительно, 30 лет назад боялись делать, потому что хирургия катаракты была травматичная, большими разрезами. Сейчас, безусловно, мы эту катаракту удаляем. Иначе как работать, конечно, на тонких структурах сетчатки, если тебе ничего не видно? Не видно пациенту, не видно тебе. А как правило, если, ну, это не совсем тяжелый пациент, я, например, комбинирую операцию. Я делаю вначале катаракту, ну, она 5-минутная там процедура, и дальше уже заходишь дальше, глубже, в задний отрезок глаза и работаешь со структурами сетчатки. Тогда мы убиваем, условно, 2 зайцев. Мы и оптические среды восстанавливаем, и работаем на сетчатке. Поэтому по поводу глаукомы. К сожалению, действительно, диабет, поскольку делает организм старше, он и глаз старит. И поэтому и глаукома, и катаракта очень частые, ну, такие спутники диабета глаза. Поэтому также оперируется глаукома в случае необходимости, ну, либо капельный режим назначается, ну, и оперируется катаракта. И, в общем, мы можем комбинировать все эти типы операций в случае необходимости. Поэтому это ни в коем случае не противопоказание. Насколько я понимаю, что работа офтальмолога, офтальмохирурга может быть сведена на нет, если пациент не соблюдает режим питания, не придерживается той лекарственной терапии, которой он, собственно говоря, должен придерживаться, и курит. Вот насколько курение опасно при
диабетическая ретинопатия. Вот золотые слова. Вот прямо вы сказали, вы, как говорится, даже добавить нечего. Конечно, все это верно. И курение очень опасно, потому что сужаются сосуды, а при диабете они и так страдают. У них стенки хрупкие, новообразованные сосуды появляются, вот, с которыми мы боремся. И, конечно, курение очень сильно усугубляет. Но в целом и алкоголь, к сожалению, вот при диабете тоже усугубляет высокие сахара, то есть прыгают сахара. Да? Алкоголь вообще противопоказан людям с диабетом. Поэтому вот эти все факторы риска, они, безусловно, усугубляют течение диабетической ретинопатии. Но здоровый образ жизни, сбалансированное питание, о чем мы говорим. Вообще с диабетом сложно жить, но если человек его уважает и понимает, что это заболевание у него хроническое, но он соблюдает ряд правил, то, в общем-то, можно на долгие-долгие годы сохранить и сердце здоровым, и почки здоровым, и глаз, что тоже очень важно. Золотое слово – уважать свое заболевание, думать о нем. Большое спасибо вам за такой интереснейший рассказ. Друзья, давайте подытожим. Если у вас нет сахарного диабета, проверьте уровень вашего сахара в крови. Если у вас есть сахарный диабет, контролируйте его. Если вы еще не были у офтальмолога, пожалуйста, обратитесь. И самое главное, диабетическая ретинопатия лечится. Ну и, конечно, естественно, бросайте курить. Но мы понимаем, что отказаться от курения очень даже непросто. Это привычка, которая порой руководит жизнью больного. Но я вас уверяю, ваше здоровье в ваших руках. Сегодня в рубрике «Бери и ешь» я предлагаю вам здоровую альтернативу, проверенную, между прочим, на себе. Смотрим. Ну что, наконец-то принял решение и бросил курить? Если рука все-таки тянется за привычной палочкой, предлагаю вкусную и, самое главное, полезную замену. Нам понадобится один апельсин, специи, сухие сливки, желатин и стевия. Апельсин нашпиговываем специями и оставляем на ночь в теплом месте. Выжимаем сок, уже насквозь пропитанный эфирными маслами. Высыпаем сливки на сухую сковороду. Добавляем 1 чайную ложку воды. И варим массу до загустения на медленном огне, постоянно помешивая. Вливаем в чуть остывшую смесь наш апельсиновый нектар, желатин, стевию. После разливаем по формочкам и отправляем в морозилку. Когда они полностью застынут, вы получите лучшие на свете восстановительные леденцы, потому что именно в этой конфете повышенная концентрация витамина С, который так необходим организму для восстановления после вредной привычки. Вот это да! Только из-за формы леденца я хотел бы его попробовать. У тебя остались еще? Честно? Конечно, нет. Но на самом деле, безусловно, снизить вред курения, выбрав тот или иной продукт и продолжая курить, невозможно. Принимайте прямо сейчас волевое решение, бросайте сигарету раз и навсегда. А если это сделать самостоятельно не получается, обратитесь за помощью к специалистам. Осенью, как известно, просыпается не только грипп, ковид, ОРВИ, но и напоминает о себе вирус герпеса. Проявление его масса. И сегодня будем разбираться, как справиться с этим заболеванием. У нас в гостях Владимир Владимирович Никифоров, главный внештатный специалист ФМБА России по инфекционным болезням, профессор, заслуженный врач России, доктор медицинских наук. Здравствуйте. Здравствуйте, Владимир Владимирович. Вы знаете, я скажу честно, я достаточно легкомысленно всегда относилась к герпесу, потому что мне казалось, что это простуда на губах, вскакивает у всех, там у кого не бывает, до тех пор, пока не столкнулась с этим заболеванием, точнее, с герпетической ангиной собственного ребенка. И здесь выяснилось, что, оказывается, бывают разные типы герпеса. Оказывается, все не так безобидно, как может показаться со стороны. Так вот, на самом деле, в чем кроется опасность герпеса, который, по сути, есть у каждого второго человека на Земле? Давайте уточним, не у каждого второго, а у всех. Вот. У каждого первого. У каждого первого. Да, чего уж тут мелочиться-то, да? Вот. Но на самом деле довольно сложная проблема. Тут нельзя говорить просто вот о герпесе. Это целая группа вирусов, между собой, в какой-то мере сходных, но объединяет их одна
крайне такая, я бы сказал, неприятная вот особенность, они могут персистировать. То есть вот заразившись где-то один раз, а обычно это случается еще, ну, условно говоря, в роддоме, то дальше мы с вами всю жизнь их в себе носим, а вот как они себя поведут дальше, уже зависит даже, я бы сказал так, не столько от них, сколько еще и очень большой степени от нашей с вами иммунной системы. То есть у каждого человека получается, может быть, по... Ну, во всяком случае, герпес первого типа, вот этот, который вот... На губах. На губах. Вот он, вот тут точно, стопроцентно. Понимаете, вот тут без преуменьшения, без преувеличения. Мы работаем в прямом эфире и прямо сейчас предлагаем вам пройти опрос в нашем телеграм-канале. Сканируйте код и выбирайте варианты ответа на вопрос. Как вы укрепляете иммунитет осенью? Может быть, вы пополняете запас витаминов? Может быть... закаливаетесь, может быть, принимаете иммуномодуляторы, а, возможно, делаете ингаляции или дышите эфирными маслами. В финале программы мы, конечно, подведем итоги. Еще больше интересных новостей на наших страничках в социальных сетях. Подписывайтесь, чтобы оставаться с нами. Владимир Владимирович, раз уж Лена... начала такой разговор о герпесе. Поговорим о герпесе четвертого типа. Мы его узнаем как вирус Эпштейна-Барра. В чем заключается его особенность? Ох, знаете, ну, скажем так, да, его Эпштейном-Барром-то стали относительно недавно называть, да? А до этого он ходил под названием, точнее, заболевание, которое им вызывается, было известно нам со времен, честно слово, морковкиных заговений, и шел он под названием филатовская ангина, болезнь поцелуев, студенческая ангина. Вот, то есть, ну и так наукообразно инфекционный мононуклеоз. Вот от одного заболевания столько сразу названий. Ну, это, в общем, нам это давно известно. Ну, скажем так, довольно, ну, не такое уж страшное заболевание, чтобы вот так его бояться, но неприятное. Вот. И, откровенно говоря, ну, наверное, я бы так сказал, все-таки, наверное, мы почти все с вами, ну, я не буду брать 100%, но, наверное, мы все этим заболеванием переболеваем, потому что, честное слово, вот просто так участковому врачу, заглянув в горло больному мальчишке или девчонке, вот, ну, как правило, все-таки. Конечно, подростки. Вот без углубленного анализа и без тщательного осмотра, скорее всего, диагноз будет самый, что ни на есть... простой, потому что правильный ответ тот, который самый простой, в голове все складывается, будет просто-напросто лакунарная ангина, скорее всего. Вот. Ну, тогда лечение будет выглядеть вот другим образом, и в этом, наверное, главная проблема. Понимаете, а вот тут, конечно, да, но дело в том, что, наверное, в какой-то мере и лечение-то будет более-менее правильным, потому что, увидев вот такие вот наложения на миндальных, врач поставит диагноз ангина, а вот эти наложения, это, в принципе, действительно села какая-то вторичная микробная флора после того, как вирус подготовил почву. И, в общем, лечение-то в какой-то мере будет вполне адекватное, потому что против самого вируса Эпштейна-Барра у нас с вами, скажем, ничего нет. А все-таки можно по внешнему виду определить, что это вирус Эпштейна-Барра, а вот это вот ангина, и не перепутать их? Но давайте не вирус Эпштейна-Барра, скажем так, инфекционный ли это мононуклеоз или это банальная ангина. Вот заглянув в горло просто, полюбовавшись на миндальное, скорее всего нет. Вот. Это надо быть 7-5 во лбу. Там давайте посмотрим. Что мы видим на левой картинке? Это увеличенные фолликулы задней стенки глотки. Да, на правой картинке мы видим картину, ну, обычной ангины или, может, похоже на лакунарную ангину. Но мне кажется, что можно путать, иногда как-то чуйка срабатывает. А вы знаете, нет, вот тут, если врач, если бы не то ограниченное время, которое она так любезно отводит, значит, в 10 минут там на больного, то по-хорошему, в общем-то, диагноз-то мононуклеоза, он достаточно прост. Надо посмотреть не только ЗЕВ, совершенно верно, но симптомы комплекс. Надо посмотреть все остальное. Так вот, для мононуклеоза инфекционного, для
Эпштейн-Барра, да, а характерно не только лимфоузлы шеи, они будут и при ангине, и это при... совершенно это... верно. А вот зато дальше, если мы для мононуклеоза инфекционного, характерно, что увеличатся и подмышечные лимфоузлы, и паховые, но самое главное, увеличится и печень, и селезенка. И вот если бы у участкового врача было бы больше времени заглянуть, а нет ли там селезеночки, вот, то вот как только мы увидим вот это вот, то тут сразу будет ясно, сопоставите молодой возраст, ангина, печень, селезенка, лимфоузлы генерализованы, ну, в общем-то, тут диагноз лежит буквально на поверхности. Думать там... Владимир Владимирович, и про анализы хотелось бы еще спросить. Те специфические анализы, которые должен доктор рекомендовать пациенту. Вот тут вирус Эпштейна-Барра имеет, так скажем, некую все-таки онкологическую направленность. Давай так. Каким образом? Есть у него. Он не убивает клетки, он их немножечко изменяет, но он не впрямую онковирус, но все-таки у него что-то за ним тянется, такой хвост нехороший. И в крови это отнюдь не лейкоз, это не лимфогранулома, но в крови появляются так называемые атипичные мононуклеары, такие широкоплазменные. И лимфоцитоз, и вот эти вот атипичные мононуклеары. Но тут хочу предупредить, они могут появиться, во-первых, отнюдь не сразу, во-вторых, они могут появляться и не только при Эпштейне-Барре, а при других вирусных, так скажем, инфекциях. Вот, поэтому... Но, в общем, если все вместе сопоставить, ведь нельзя вырывать какой-то вот кусок. Берется мазок зева, берется кровь на как раз специфический мононуклеар. Как вообще вот это ПЦР-тесты, есть смысл делать там, ребенку или взрослому человеку? Только вот что хочу сказать. Опять же, вот когда начинают там этот самый Эпштейн, разговор-то ведь о чем вот идет? То, что мононуклеоз мы с вами перенесли наверняка, переболели и забыли. А вот то, что он может, как и все герпес-вирусы, он может уйти в персистенцию, а потом выдавать... хроническую Эпштейн-Барровскую инфекцию, вот тут клиника будет размазана не пойми что, но тут главный момент, брать не слюну, ПЦР в слюне Эпштейн-Барр, честное слово, ни о чем не говорит. Вот это может у любого человека быть, а надо, если что-то вас беспокоит на высоте лихорадки, и вы думаете, какая-то активация, генерализация хронической Эпштейн-Барра, то кровь надо брать. Вот если в крови Эпштейн-Барр ПЦРом выделяется ДНК, тогда да. А в слюне, честное слово... Как правильно называется анализ, чтобы наши зрители прям четко отложили? Это не общий анализ крови? Нет, это полимеразная цепная реакция на ДНК вируса Эпштейн-Барра именно в крови, потому что, поверьте мне, в слюне, ну, это еще ни о чем. Друзья, запомните, пожалуйста, это, потому что это очень важно. Очень часто на приеме спрашивают родители, как поступить правильно. Вот вы сейчас только что об этом услышали. Давайте переходить к такой истории, что всегда, а может быть не всегда, вирус герпеса переносится по-разному. Ну, например, взрослые переносят тяжелее, чем дети, если мы говорим про герпес третьего типа, про оспу. Это касается всех вирусов? Ветряная оспа. Давайте уточняем, о какой оспе идет разговор. Третий тип герпеса, да? Называемая ветрянка, которая в детстве, в общем-то, все как бы болеют, но говорят, что для взрослого человека, если ты в детстве не переболел, это достаточно опасное заболевание. Давайте так, природа и так устроена. Вот сейчас мы от этого термина отказались, но вообще мания все переиначивать, там все оптимизировать. Вот. А вот раньше было такое понятие в моей розовой юности – детские инфекции. Сейчас это понятие ликвидировали, теперь есть у нас инфекционные болезни у детей. Но и раньше была кафедра детских инфекций, а теперь есть кафедра инфекционных болезней у детей. Это казалось, в детстве надо переболеть определенными болезнями. То вашими устами глаголит истина. Поверьте мне, так устроена природа. Детскими инфекциями надо переболеть в детстве. А вот не приведи, Господи, нам с вами, вот это в кавычках, детскую инфекцию заполучить, так скажем, после 18-20 лет. Вот тут нам с вами, ей-богу, мало не покажется. Чем опасна ветрянка после 18-20 лет? Чем это может закончиться? Ну, во-первых, она более тяжело течет. То есть вот вообще вот тут хитрая вещь. Тут чем больше вот этой вот сыпухи на коже, автоматически, считай так, чем больше высыпаний, тем тяжелее процесс. Так вот, у детей это вот такие дискретные, а у взрослого это может быть...
вообще с ног, с макушки до пяток. Это раз. А во-вторых, все-таки у детей осложнение бывает крайне редко. И, как правило, все это на коже и на коже. А у взрослого может так забабахать, что кончится это энцефалитом, менингитом, ну, со всеми вытекающими отсюда последствиями. То есть может кожа и не ограничиться, а может много. Ну вот еще про опалясывающий лишай, пожалуйста, пару слов расскажите, насколько он опасен, потому что выглядит, конечно, нелицеприятно. Ну, это наша фотография из первой инфекционной больницы, потому и сделана фотография, что это, в общем-то, немножечко выходящее за рамки обычного зостера, да? Это вот уже, это уже тяжелое течение. Тут что получается? Вот один раз перенеся вот эту в детстве ветрянку, мы с вами, скорее всего, гарантированно больше не заболеем. Но вирус, опять же, герпесвирус, он никуда не делся. Ему у нас понравилось, он себе сидит, персистирует. И, в общем-то, нам с вами не мешает. Но когда что-то случается, вот, честно говоря, черт знает, что случается, что-то с иммунной системой, то вирус дремлет в нервных ганглиях. И вот когда что... Когда нервная система, иммунная система дает какой-то сбой, вот тут он как черт из коробки появляется. И идет он по нервным окончаниям, поэтому вот вдоль межреберных вот, нервов. Вот. Что-то должно быть еще. Вот, ну, к примеру, вот тут до меня доктор выступала, говорила, вот сахарный диабет, например, грубо говоря, вот тоже он провоцирует то, что иммунная система даст сбой. И вот вам, пожалуйста. То есть, вот, ей-богу, вот у абсолютно здорового человека ожидать зостера, это маловероятно. Вот. Вот мы с вами сидим, да, должна его... возникнуть какая-то проблема. Да, вот он у нас у всех с вами есть, но вот мы с вами сидим и никого его... Мы работаем в прямом эфире, нам важно отвечать на вопросы, которые интересуют наших телезрителей. Спасибо, что присылаете нам их. Анна спрашивает, мы уже затронули эту тему в начале разговора, но хочется подробнее ответить на вопрос. Можно ли передать вирус герпеса новорожденному ребенку и как этого избежать? Да вы знаете, да никак, но скорее всего, ну, никак, потому что так устроено, что он у матери есть, в любом случае заражение произойдет. Но в какой-то мере, может быть, что-то иммунитет, антитела матери будут сдерживать, но потом все равно он заразится. Но опыт показывает, что ничего такого из ряда вон выходящего вирус герпеса при нормальном течении родов и беременности, и потом после родового периода, ничего страшного. Это, природа это предусматривает. Смотрено. Это было, есть и будет. Сейчас будет еще один вопрос от матери, потому что, если честно, как мать 4-летнего ребенка, до сих пор не могу с этим вопросом разобраться. И уверена, что то, что вы сейчас расскажете, будет действительно важно для родителей. Есть вакцина от герпеса, да, вот, например, Витагерпавак. Стоит ли прививать ребенка? От всех ли вирусов герпеса она работает? В каких случаях она работает? Надо ли прививаться взрослому человеку? Потому что мнения педиатров, врачей настолько сильно разнятся. Кто-то рассказывает, что она действует только от вируса третьего типа, от ветрянки, и надо обновлять каждые 10 лет. Кто-то дает другую информацию. Как все выглядит на самом-то деле? Вот давайте так, реально, реально, вакцина есть только от ветрянки, ну, то есть от зостера. Реально. И то, по-моему, у нас сейчас в России, по-моему, ее, если не ошибаюсь, нет, потому что она сугубо импортная была. Но вот говорят, что если ты привьешься ей, возможно, некоторые врачи думают, остальные вирусы герпеса тоже будут переноситься проще. Я бы, ну, тогда я посоветую проще спокойно переболеть ветрянкой в детстве, да, и потом все будет хорошо, и герпеса не будет, да, если бы так все было просто, вот, увы, ах, нет, они все разные, вот, поэтому нет, и, к сожалению, вакцина есть только против ветрянки, да и то не стопроцентная, честно говоря, а хитрость-то, видите, как бы мы, почему не получается, вирус-то ведь, он хитрый. А почему он персистирует? Он прячется от иммунной системы, поэтому, вот, поэтому и невозможно создать вакцину, потому что он сидит внутриклеточно, и мы его никак не достанем. Вот. И в перспективе, я думаю, что ничего у нас в этом плане и не будет, во всяком случае, в обозримом будущем. Другое дело, что и ситуация-то не критическая. Понимаете, массового падежа народа от герпеса я не вижу. Он был, есть и будет. Просто
просто не надо проблему усугублять там всякими нашими вредными привычками, которые иммунную систему давят, а вот так, чтобы это было угрожающей проблемой. Угу. Ну и все же, Владимир Владимирович, вот мы говорим сейчас о герпесе первого типа, давайте об этом. Почему осеннее время года все-таки, почему у людей пожилого возраста он как встречается чаще, и как его правильно лечить? Вот, знаете как, вот недаром русский народ ведь достаточно наблюдательный, умный, да? Вот почему она называется простуда на губах, да? Вот это простуда выскочила. Выскочила простуда. Да, выскочила простуда. Но смысл в этом, в общем-то, есть. Народ-то наблюдательный. Дело в том, что вирус, вот мы как заразились в роддоме, так он у нас сидит и сидит. Я говорю, вот, и вот мы его спрятали где-то в подполье, его иммунная система задавила, он нос не высовывает на улицу. Вот. А попали вот сейчас вот в такую отвратную погоду, с утра было вроде тепло, в середине дня пошел дождь со снегом, ноги промочили, зуб на зуб не попадает, значит, это самое, пришли домой замерзшие, вот, и глядите, раз, на губе, значит, пузырьки появились. Тут все очень просто, вирус в нас был, только сидел в подполье. Вы переохладились, вот, иммунная система в этот момент дала сбой, то есть у нее осечка случилась, а вирус, он только этого и ждал, вот тут он выскочил, значит, активировался, значит, выскочил, вот у нас внешние проявления, вот они. Как тут лечить-то его? А вот, видите, вот как отогрелись, приняли горячую ванну, выпили рюмку кофе, вот, отогрелись, вот. Спиртовые примочки работают? Я бы не стал вот так вот. Кто-то и пастой зубной мажет. Вот. Не надо. Не надо. Просто будет раздражение. Оно само подсохнет, все будет спокойно. Вот. Это только внешнее проявление. Понимаете, вы лечить следствие, а причина-то... А иммунная система справится, не волнуйтесь. Вот, отличная, мне кажется, точка для завершения нашего эпизода, потому что действительно, спасибо вам большое, что нашли время и приехали к нам. Действительно, важно запомнить, что вирусы герпеса бояться не стоит. Он есть у каждого из нас. Лечение какого-то специфического не существует. Самое главное – укреплять свой иммунитет, особенно осенью, и обращать внимание, если у вас появилась какая-то симптоматика, если что, успеть посоветоваться с врачом. Еще больше интересных новостей на наших страничках в социальных сетях. Подписывайтесь, чтобы оставаться с нами. А мы продолжаем нашу постоянную рубрику «Продукт дня». И в ней мы рассказываем о продуктах, которые рекомендуют эксперты Роспотребнадзора «Здоровое питание». Сегодня говорим о квашеной капусте. Квашеная капуста – лидер по содержанию витамина С. Только представьте, в одной такой порции половина суточной нормы витамина, без которого невозможна наша жизнь. Витамин С защищает от сезонных заболеваний, повышая силы. Квашеная капуста содержит калий, марганец и огромное количество клетчатки. Именно она является пищей для размножения полезных лактобактерий. Они очень чувствительны, поэтому важна именно натуральная закваска. Запомните, уксус в капусте убивает все полезные свойства. Поэтому используйте соль как естественный и, главное, безопасный консервант. Те самые лактобактерии превращают сахара, содержащиеся в овощи, в молочную кислоту. Такое преобразование делает квашеную капусту полезной пищей для людей, страдающих сахарным диабетом, поскольку помогает контролировать уровень глюкозы. Так как квашеная капуста содержит и жирорастворимые витамины, ее полезно сочетать с растительными маслами холодного отжима. Попробуйте заменить калорийный гарнир на порцию капусты, особенно если на вашей тарелке сочный стейк или кусок курицы. Помните, в этом продукте содержится много бактерий и клетчатки, которые могут вызывать образование газов и раздражать слизистую органов. Пищеварение. Квашеная капуста противопоказана людям с гастритом, язвой и другими заболеваниями желудочно-кишечного тракта. Если вы покупаете капусту, обратите внимание на состав. В идеале это всего 3 ингредиента – капуста, морковь и соль. Если сквашивание производилось с использованием тех самых полезных лактобактерий, то рассол не может быть абсолютно прозрачным. Он будет слегка мутноватым. Обязательно включите в свой зимний рацион это полезное блюдо. А если у вас есть свои рецепты приготовления, делитесь с нами.
Оставайтесь с нами, а мы вернемся сразу после рекламы. Сезонное обострение, от которого хочется плакать. Тема сегодняшнего выпуска – аллергия и борьба с ней. Методы лечения, которые могут удивлять. Я буду капать и царапать. Звучит угрожающе. Да, будет больно. И решение, которое позволит дышать свободно. Если вы не против, я попробую. У меня как раз насморк. Без химии, аллергии. Смотрите на телеканале «Доктор». Телеблок, который поможет сделать жизнь проще. Сахарный диабет – это тихий и коварный убийца. Вы даже этого не почувствуете. Поможет не попасть в группу риска. Вы знаете свой уровень глюкозы? Нет? Каждый пятый имеет преддиабет. И оставит повышенным только уровень знаний. Такой точки зрения придерживаются многие врачи. Мнение ошибочное. Это лечится. Диабет. Смотрите на телеканале «Доктор». Сделай пациента своей лабораторной крысой. Шок и страх смерти положительно повлияют на травмированный рассудок. Бобровая струя. Нюхать не буду. И стань суперзвездой своего времени. Если добавить к ней крови молодой, то и человек омолодится. Добрым этот доктор не был. Признанные гении и настоящие безумцы. Болезнь может перерасти в эпидемию. Истории болезней. Смотрите на телеканале «Доктор». Дорога к внутренней гармонии. Я считаю, что я еще не дошла до этого. Это такая манипуляция. Усеяна преградами внешних раздражителей. Я боюсь, что у меня не получится. Но это реально достает, я вас понимаю. И обойти их поможет только опытный гид. Обещаете? Гарантирую. На приеме у Михаила Лобковского. «Чужое мнение». Надо формировать независимость от мнения окружающих. Смотрите на телеканале «Доктор». В эфире «Теледоктор», и сегодня в студии для вас работают врач-отоларинголог Владимир Зайцев и психолог Елена Толстая. Мы продолжаем утепляться и укреплять иммунитет, не выходя из нашей уютной студии. Здесь очень ярко и ароматно слышится запах свежего апельсина и мяты. А все потому, что прямо сейчас мы будем говорить о домашней физиотерапии. У нас в гостях отоларинголог Юлия Голанова. Юлия, здравствуйте. 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 Даже если это научно не доказано, я все равно готов наслаждаться этим ароматом, поскольку он меня сильно бодрит. Про доказательность давайте прям буквально пару слов. Ну, уже с древних времен, более 5000 лет назад, было выявлено, были найдены при раскопках предметы, которые говорили о том, что экстрактивные вещества, вот эти ароматические, стали добывать очень давно. И, например, строители египетских пирамид использовали запах чеснока для того, чтобы не болеть. Детям в Древнем Риме вешали на шею мешочки с камфорой для того, чтобы предотвратить заболеваемость, и видели, что они действительно реже болеют. Мало того, в период эпидемии чумы был такой интересный факт, когда чума обошла стороной одну небольшую провинцию, и в этой провинции стоял завод по изготовлению лавандового масла. Также было замечено, что французские парфюмеры намного реже болели или не болели вовсе, в отличие от других граждан, которые их окружали. Поэтому вот действие именно ароматических масел очень давно издревле было замечено. Гиппократ тоже в своих трактатах писал о том, что он рекомендует больным чахоткой находиться больше в сосновом лесу. Это тоже терпеноиды, это вот смолы, эфирные масла. Поэтому, Володя, еще как доказано. На самом деле мы же можем укреплять свой иммунитет не только сбалансированным питанием, да, и мы действительно можем устраивать такие ароматные физиотерапии непосредственно у себя дома. Правда, возникает вопрос, что лучше использовать? У меня, например, дома аромалампа. Володя говорит, что это какие-то дополнительные заморочки. У меня в машине есть специальный запах. Ну, лучше он свечи домой купит, либо, если надо, там, подышит через ингалятор. Какой вариант оптимален?
Ну, вариантов на самом деле очень много, и варианты все доступны. Потому что действительно можно, почти у всех у нас есть небула из эридома, в которых мы можем тоже в теплой воде развести буквально одну каплю. Ну, вот что важно помнить для ароматерапии. В малых дозах ароматерапия она стимулятор, а в больших дозах она может угнетать. То есть действительно, особенно у кого мигрень там, или аллергия, надо с осторожностью. И вот одной капли буквально этого вещества достаточно. Ну и надо помнить, например, такой интересный факт, что для получения одного килограмма масла розы нужно 4-5 тонн вот этих бутонов. Ничего То есть вот настолько оно экстрактировано, настолько оно густое, поэтому не надо много вещества. При этом можно, пожалуйста, наносить на какую-то тряпицу, например, на платок носовой, да, его использовать, иногда вдыхать этот аромат. Можно, к примеру, в 4 там, места на уголки подушки, для того, чтобы успокаиваться и крепче у вас был сон. Можно добавлять одну каплю на 5 литров воды, когда вы протираете поверхности. Это тоже будет дезодорировать и улучшать вот такой микроклимат у вас дома. И, безусловно, это будет обеззараживать. И действительно, доказательная база большая о том, что эфирные масла, они убивают, действуют бактерицидно на бактерии, разрушают их. Вот я как раз хотел спросить, как выбрать аромат от простудных заболеваний? Это сейчас, по-моему, крайне актуально. Какие конкретно ароматы от простуд выбираем? Ну, вот как вы здесь видите, представлены масла. Вообще в каждом масле сочетаются много эфирных компонентов, и они почти все обладают множественными эффектами. Вот противовоспалительные эффекты – это ромашка, шалфей, бактерицидный компонент, например, есть в лаванде. В бактерицидный противовирусные. Противовирусные, да. И противовирусные мы видим вообще знакомые для нас компоненты. Это лук, это корица, имбирь. То есть это то, на самом деле, к чему мы с вами, тянемся. Да? Что нам хочется зимним вечером. Это кофе с корицей или чай с имбирем. И, конечно, лук это тоже то, что всегда есть на столе. А вы знаете, мне хочется, например, в горы Кавказа. Так. И недавно врач-отоларинголог мне дал совет, что если заливать минеральную воду в небулайзер и дышать периодически, то воздействие на организм будет примерно одинаковое, как если бы я поехала в санаторий. Так ли это на самом деле? Ну, на самом деле, действительно, можно и с минеральными различными водами делать ингаляцию. Это действительно полезно. Там очень много микроэлементов, и вы будете, конечно, вдыхать. Это так же, как или с тем же слабым солевым раствором или с физраствором. Это эффект вот такой галотерапии немножко. Да? А галотерапия, мы знаем, что действительно полезный эффект оказывает. Это как в том числе климатотерапия, когда мы едем к морю для того, чтобы восстановить здоровье. Поэтому, конечно, здорово. Я думаю, что можно использовать этот совет. Я вздохнул, к морю-то мы поехать, честно, не сможем, но у нас есть ингалятор. Расскажите нам, пожалуйста, как правильно пользоваться ингалятором. Давайте покажем зрителям, рассказывайте, а я буду делать все, что вы скажете. Ну, потому что небулайзер у нас есть, масло есть еще Владимир, который всячески готов помочь. У нас есть резервуар, куда мы налили некоторое количество воды. Следующее наше действие какое? Налить теплой воды 15 мл, можно 20 до 30, в зависимости от резервуара, от емкости. И добавить одну каплю вещества. Можно их, кстати, смешать. Можно одну каплю, например, лаванды, одну шалфея. Чтобы был и успокаивающий эффект, и бактерицидный. Одну каплю. Отлично. Потому что вещества, они экстрактивные, очень концентрированные, поэтому этого будет достаточно. И включить наш небулайзер. А вода должна быть теплая, горячая, вода холодная. Лучше, чтобы была теплая. Так. Кипяченая, не кипяченая? Это можно независимо. Лучше, конечно, чтобы она была фильтрованная, для того, чтобы лишнюю соль убрать. И сколько минут я должен дышать? Небулайзер, как правило, он размельчает воду и вместе с экстрактивными веществами, и такой может даже в дымочек появиться, и вы можете дышать, как правило, до полного растворения этой воды. Да, до полного испарения воды, как правило, это 3-5-7 минут, то есть примерно вот такое время ингаляции. Можно это делать 2-3 раза в день, от 1 до 3 раз в день, особенно если, к примеру, вы...
если ребенок, можно и детям, и взрослым, если ребенок посещает детский сад, и мы знаем, что сейчас в группе, например, идет какая-то респираторная инфекция, были кто-то дети, кто болел, и кого сегодня забрали на больничный лист, то можно вполне с ребенком вместе вот провести такую домашнюю ароматерапию. Это будет очень полезно, потому что на слизистой непосредственно не только прямой бактерицидный противовирусный эффект, но еще и иммуномодулирующий эффект. Доказано, что клеточный, гуморальный иммунитет поддерживается, и даже улучшается фагоцитарная активность лейкоцитов. То есть есть прямой эффект. Ну вот небулайзер – это действительно то устройство, которое необходимо купить домой. Но вот коротко, в двух словах, а стоит ли обращать внимание на размер прибора, на цену, либо можно купить самый простой вариант в аптеке? Лучше, конечно, купить именно компрессорный небулайзер, потому что все-таки есть у нас на рынке, кроме компрессорных, еще ультразвуковые. Угу. Но ультразвуковые, они такие мелкодисперсный раствор создают для вдыхания. Разница? Значит, разница достаточно большая, потому что компрессорный мы с вами не уйдем выше верхних дыхательных путей. Это важно для профилактики. Все-таки не будем касаться легочной ткани. Если мы возьмем с вами, то есть это, как правило, частица более крупная, и она оседает до голосовых связок. А все, что ниже, это уже трахея, бронхи и легкие, это надо оставить на врачам. На откуп пульмонологам. На откуп пульмонологам, педиатрам, как минимум. И уже, а вот как раз компрессорные небулайзеры, они действуют на верхнюю часть, а ультразвуковые, они уже работают на легкие, на альвеолы, и туда нам, конечно, с вами вторгаться не нужно, без врача. Юля, большое вам спасибо. Давайте, друзья, подытожим. Значит, первое, что все-таки ингаляции нам нужны, они полезны и научно доказаны. Мы будем бороться с сахарным диабетом, будем бороться с диабетической ретинопатией и будем помнить о герпесе. Спасибо вам большое. Спасибо вам большое. Спасибо. Вы смотрели «Теледоктор». С вами работали в студии врач-отоларинголог Владимир Зайцев и психолог Елена Толстая. Будьте здоровы и до новых встреч!